Надіж Мороз. Здравствуйте, уважаемые председатели и члены комиссии. Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа серия кулинарии для мастерской этнических ремесел Шкандыбина. В состав проекта входит настенный двусторонний календарь формата А3, настольный календарь и серия карманных кулинарий. Особенностью деятельности мастерской является изготовление этнических музыкальных инструментов. Все инструменты изготавливаются вручную, из натуральных материалов – керамика, дерево, сталь. В деборе используются кожи, натуральные камни, перья, волковые нити. Мастерская занимается популяризацией этнической культуры, изучением музыки разных стран и древних музыкальных инструментов. Календарь формата А3 двусторонний, так как в нем заключена уникальная информация о редких музыкальных инструментах, собранная из различных источников. Все инструменты несли ранее ритуальную обрядовую функцию, которая сейчас в большинстве своем утеряна. В своем календаре старалась поддержать атмосферу таинственности, используя темные цвета поверхности и свечения. Все фотографии в проекте мои авторские. На каждый месяц новая фотография. Было сделано множество снимков, из них были выбраны лучшие и использованы в проекте. Настольный календарь выполнен в этническом стиле. Сделан из натуральных материалов на 80% вручную и является эксклюзивным дизайнерским проектом. Серия карманных календарей выполнена в одном стиле с настенным календарем. Целевая аудитория – это покупатели инструментов из России, ближайшего и дальнего зарубежья, известные музыканты и коллекционеры. Календари будут выпущены как подарочные для постоянных клиентов, так и для продажи через интернет. Сейчас этника становится популярной. Ведущие дома моды используют этнические фильмы в своих коллекциях. Этноинструменты используют в создании современной и классической музыки. Деятельность в мастерской Шкандыбина довольно широка. Мастер-классы, концерты, семинары, этновечера. Мой дипломный проект – это только начало работы над рекламной продукцией для мастерской этнических ремесел Шкандыбина. Благодарю за внимание. История этого проекта, так сказать, для нашего института, может быть, родная, потому что Валентин Шкандыбин – это наш выпускник 2008 года. Вот, он очень хорошо учился, хороший графический дизайнер, но потом увлекся этническими музыкальными инструментами, музыкой много изучал, и сейчас он уже признанный как бы специалист в этой области, о нем сняты несколько фильмов, показывают по нашему телевидению. Работа у него действительно очень серьезная, потому что он много изучал, вот Алена сказала об этом, древних музыкальных инструментов. И то, что он делает, и Алена тоже к этому имеет большое отношение, потому что это его друг, товарищ, соратник и любимая в одном лице, которая, так сказать, помогает ему. Они организовали... Фамилия почему? Ну, пока будет сладко. Но мастерская уже Шкандыбина по множественному числу. Шкандыбина по множественному числу, да, потому что его отец тоже занимается резьбой по дереву. Это уже родовое, да. Ребята, сказать, очень большую работу Алена проделала. Проект действительно хороший, востребованный, очень информационно наполненный, благодаря тому, что мы узнаем эту информацию на рейтинге. Части календаря, узнаем очень много новых инструментов. Работала очень серьезно, ответственно, и вообще мне приятно, что такой проект получился. Единственное, на подаче, конечно, вот эти желтые края вылезли, которых там не было. Ну, бывает, на печати еще бывает педагога. В общем, я поздравляю Алену и желаю ей дальнейших успехов вместе с вами. Я тоже очень-очень рад, что все состоялось, что сейчас это на высоком уровне, как надо. И самое главное для качества, ты
понимали, что на самом деле жизнь, она так полосатая, да? Вот, и ты настойный, ты переживаешь не те полосы, сейчас просто смотреть приятно, но больше не на проект. Проект все-таки вот лежит. Календарь, где все ясно и понятно, но требования доставляют, вас это делать. Поэтому, конечно, показывать такую работу на проекте, ну, крайне сложно. Я думаю, что мы учтем, вот, а сам продукт перед нами, и я тебе желаю, удачи вместе с Валентином. Вот подскажите, пожалуйста, главный ваш проект это вот на стенде этажа, да, как он пользовался по назначению? Я понимаю, что вот слева у вас либо он даже висит, либо он там висит, да, то есть информация висит вертикально. Он висит вертикально. Здесь просто дырочку не пробили. Я дырочки. Пробили дырочку. Если угодно, можно повесить его на стороной с календарной сеткой, а информацию просто изучить. Если это позволяет место, то можно провести его полностью вертикально. Нет, но если информацию изучить, то мы переворачиваем и вертикально. Это получается архив. Мы ее изучили и закрыли. И закрыли, а как лицом в стене висит. Ну и по типографии такого вот этих вот блоков, шрифтов, какие были идеи с точки зрения размера и цвета. С точки зрения размера и цвета, с точки зрения гарнитуры шрифта, была выбрана именно такая вот ритмичная сеточка, от того, что музыка она представляет собой ритм. Основа этники – это ритмы. Ритмы разнообразные, ритмы быстрые, медленные. И вот такой вот верстка шрифта я хотела показать именно ритмичность музыки. Как-то вот принципиально эфир был какой-то подход к выделению крупному определенному ритму за разборки. Смысловой, да. Осталось поделиться. Смысловые годы именно самый важный текст. Любовный, восьмой. У меня есть замечание небольшое с точки зрения фотографии. Вот. Мне кажется, что те песни удачно сняты, те музыкальные трубки, кроме последнего декабрьского. Там нужно было более светлое окружение вокруг этих свистулек сделать, да, особенно в тени. Вот это не будет возможно, потому это что... При печати пропало. Да, вот понимаешь, что смотри. Это вот я сам, так сказать, неудачная страница. А так, в принципе, очень хорошая страница. Да и тот тоже интересный. В принципе, работа очень хорошая качество. Я старалась высадить, но, к сожалению, получать не всегда правильно то, что мы видим. Ну, мы не расходим правильно. Так, есть еще сегодня? Заканчивается, да? А можно еще просьба? Валентин присутствует здесь. А, дорогой, конечно. Мнение заказчика, да. И если можно, он может сыграть буквально минуту. Тоже, да, не хватало. Для создания дополнительного впечатления. Ростов на русской буквально своей командой, он просто здорово
играли, там была большая аудитория, вы не расходились. То есть молодец, ты какой-то начал нащупал свое. Если бы ты еще ставил положение в юридическом. Между прочим, я всем говорю о том, что я выпускник юрки и горжусь этим. Хотя я знаю. Я слушал недавно по радио очень большое интервью, все ждал, когда сам выпускать. Там не сказал. Они, наверное, не было, было. Сергей Николаевич, дело в том, что некоторые пресса, они в ходе рекламы других организаций. Если даже говоришь, они не заблуждают. Так что там было. Полтора открывать пускали. С помощью ретрендинга, то есть на самом деле очень радостно, что вот наши два, можно сказать, воспитанника еще соединились вместе, составляют просто красивую пару. Я хотела поблагодарить Елену Михайловну. Подождите, мы еще не дорогой. К сожалению, все. Теперь поблагодарить. Давайте подведем итог. До сожаления, действительно очень. Сами музыкальные инструменты очень интересны. И я обычно, конечно, вызываю большой интерес, и звучание совершенно дополняет то, что мы видим здесь на стене, на даче. Вот. И сразу же хватает из этого календарю еще диска сети с звучанием инструментов, приложения. Скажем, ну, было бы уместно просто так. Музыка совершенно. Вот, это один момент важный. Но хочется, конечно, еще сделать замечание, а не какие-то даже не замечания, а пожелания. Ну, такая работа хорошая. Это не замечание, это пожелание. Мне кажется, все-таки в фотографии можно было сделать, ну, вот у них же своя инструмент, своя эстетика, каждый. Они немножко здесь сливаются, вот эти чудесные, которые правильно выбран, но он немножко как-то вот где-то по фактуре там, да, сбивает, где-то вот есть какие-то попадания, да, ну, само по себе красиво, да, но несколько как бы выбивает сам инструмент, как-то сливается, один контекст. То же самое и здесь. Есть такие, ну, я уже не говорю, а ведь каждый предмет, каждый инструмент, он несет свою эстетику, свою текстуру, фактуру, да, форму красивую, интересную, да, особенно яркую, запоминающуюся. Поэтому мне кажется, что здесь можно поработать. Вот, например, да, хороший пример. Силуэт прочитывает, обработает. Вот, но это пожелание. Конечно, здесь есть настроение, здесь есть художественное, здесь есть ритм, да, определенный вот этот вот текст. Да. Все это хорошо. Еще один момент, такой тоже, на мой взгляд, который следует, на который обратить внимание. Вот календарь на стенке и календарь карманный. Да, мы видим опять такой же подход. А ведь это другой формат и другое пользование, собственно. Да. Те же самые картинки, да, может быть, там это не очень возможно. Ну и вот это совершенно замечательная вещь, на которой нет изображения еще музыкальных инструментов, или там могут появиться еще какие-то данные. Ну, вот это делать. Они не делали, я его представлял с двумя руками, она хорошая, с двумя, она хорошая. Хорошо, да, хорошо. Вот это очень красиво. Колоритно все выглядит, опять портят немножко вот эти все фоны, там, оформление. Симметрично. Ну и еще момент такой. Спорный, на мой взгляд, тоже, на который следует уже обратить внимание, вот симметричность каких-то вещей. Музыка, она не симметрична. Она же вот мелодия, ее движение какое-то там, да, вот. А здесь такая симметрия. Может быть, следует подумать и надо. В следующий раз. Хорошо.
Спасибо. Мы вас поздравляем с решением. Мы желаем вам плодотворной творческой работе всей семье. И хорошо, что такой вот семьи уже получилось, как вас создание, и музыкант, и фамилия, и спасибо. Замечательно. Милые экспозиции.